Китае 3 октября началась конференция по изменению климата под эгидой ООН. В Тяньцзин съехались делегаты со всего мира. Они проведут последний раунд переговоров в преддверии климатического саммита, который пройдет в ноябре этого года в Мексике. На сегодняшний день КНР является одним из лидеров по выбросу парниковых газов. Здесь расположено множество промышленных предприятий, обслуживающих развитые страны. На прошлогоднем саммите в Копенгагене представители китайского режима настаивали на том, что в соответствии с Киотским протоколом для Китая, как развивающейся страны, не должны ставиться слишком высокие цели по сокращению выбросов. Власти КНР согласились сократить выбросы углерода на единицу ВВП на 40-45% к 2020 году. Тем не менее, Организация Объединенных Наций США надеются, что Китай возьмет на себя более существенные обязательства и предоставит возможность для международного наблюдения.